Палю я, в общем, свои цветочки здесь, выращиваю подсолнухи. И знаете для чего? Для того, чтобы защищаться от зомби. Ведь это у нас в Роблоксе. Это цветочки против зомби-тайкунчик, между прочим. О, смотрите, солнечную энергию прям построили. Солнечную батарею. Неплохо, так неплохо. Но пока на мне... не нападают зомби, но уже парочку ко мне пришлось. Пришлось отбиваться своими граблями. Надеюсь, это мне надолго поможет и поможет построить мне нормальный... О, кстати, можно, смотрите. О, купить за 15 робуксов автоматически здесь дроппер. А как мне самому... А, вот так вот надо. Смотрите, солнечную энергию мы отгружаем к своим цветочкам, и они, видимо... становится все сильнее и сильнее. Сколько вообще мне коинов надо? 250. В принципе, я могу взять здесь коины и потратиться здесь. О, подсолнух, здравствуй. Отлично, сейчас мы еще наберем 450, наверное, да, подсолнух сам. Да, подсолнух сам у нас, смотрите, тоже может выращивать солнечную энергию. Отлично, все, сейчас у нас дела пойдут в гору, надеюсь, и сколько у меня? 220 всего лишь коинов, маловато, маловато, а мне надо построить нормальную такую базу, чтобы на меня вообще никто не нападал. Вот у меня есть 520 коинов, и я построил, смотрите, еще один цветочек. Они еще так прикольно смотреть, солнечную энергию, такая банк, рождает из себя, и вот у нас есть энергия. Я думаю, знаете что, нужно здесь все-таки купить вот этот автодроппер за 15 робуксов, давайте возьмем его, я думаю, так нам будет гораздо легче прокачиваться. Есть, все, он теперь должен автоматически создаваться. А что? Вот, смотрите, крутяк, крутяк, теперь у меня бесконечная генерация солнечной энергии, здорово. И, наконец-то, у меня теперь коины нормально будут прибавляться, хотя, может быть, и ненормально. Они всего по 10, конечно, прибавляют, этого очень мало. Мне бы апгрейдер здесь за 800, давайте возьмем-ка апгрейдер, я думаю, нам сейчас... Вот апгрейдер явно не помешает. Опа, смотрите, что это такое? Это картошечка? Это у нас свет через картошечку проходит. И такой, оп, плюс дополнительные 5 коинов. Отлично. Все, сейчас заживем, друзья. Особенно заживем, если ты прямо сейчас поставишь лайк и подпишешься на канал, если еще не подписан. Это очень поможет развитию нашему каналу. Ну-ка, давай еще. О, сдвоенные цветочки. Круто, а здесь что это такое? И еще платинум апгрейдер 150 робуксов стоит. Вау, а у нас есть еще геймпасс какие-то. Вот автоклик, автосбор, есть x2 коины. И все, больше ничего нет, друзья. Я думаю, пока что нам даже x2 коины не нужны, потому что мы вроде достаточно быстро со всем справляемся. Давай еще ставим. О, все, у нас еще премиум солнышки стоят робуксы. Прикольно, прикольно. Но это мне пока не надо. Мне надо, значит, дальше здесь развивать. И это вот еще один конвейер 2000 стоит, между прочим. Ну-ка, давай берем еще один конвейер. И сколько... Ой, подожди, я поехал куда-то. Вот, еще 700 надо. Еще 700 коинов на это или 100? Скорее всего, 700. Да, 700. Ладно, забираем и строим. Опа, еще солнышки у меня появились, которые будут идти, и все это проходит через апгрейдер, друзья. Это круто, все через апгрейдер проходит. Вот это замечательно, вот это замечательно. Давай еще собираем и еще подсолнух выращиваем. Дальше у нас стоит, смотрите, о, это что это такое? Апгрейд 10 тысяч стоит. Но мне до него, конечно, еще рановато. Мне бы еще здесь мои подсолнухи повыращивать. Дальше 1000. 1000 у меня, конечно, не хватает. У меня здесь всего лишь 450, 500. Но сейчас, я думаю, мы накопим 1000. Да, накопили. О, все, круто. И смотрите, это у нас что это такое? Тоже 1000 стоит какая-то штука непонятная. И может это у меня вот эти грабли будут покруче. Ну-ка, давай возьмем и проверим. Нет, это заборчик у нас. Это у нас просто заборчик. И дальше у нас тоже, смотрите. Ну, зато ко мне сейчас никто не будет подходить.
Ой, здесь у нас еще какое-то подземелье есть. Кстати, на меня больше не нападают зомби. Вон, я вижу, смотрите, зомбяка бегает. Ну, не бегает, а стоит. Ну-ка, давай попробуем с ним сразиться. А ну иди сюда, зомбяка. Бэм, бэм, бэм. О, есть, 100 солнечной энергии я получил. Кстати, можно так, наверное, и пофармиться. На, зомбяка, на, ой. Вас здесь очень много как-то. Очень много, есть. Ой, они здесь вообще спавнятся жестко. Так что валим отсюда. Мне кажется, у меня не хватит сил с ними сражаться. Вон он идет. За мной бежит. Ну, пошел вон. На, по голове тебе. Граблями. Зомбяк вонючий. Есть, мы от него избавились. Все хорошо. Идем сюда. Сколько у меня коинов набралось? 4000. Но мне, конечно, вот на эту штуку не хватает. Она 10 тысяч стоит. Ну давай посмотрим вот это, что это такое. Это у нас еще одна лужайка какая-то прикольная до сюда. И что это произошло, не знаю. Ну давай возьмем, посмотрим, что это такое. Опа! Ой! Ну-ка уходи отсюда. Что тебе надо? У меня тоже есть грабли. Проваливай. Убежал. А это что это такое? Это у меня еще. Ну видимо это у меня такая территория будет. Смотрите, 2,5 еще надо. Но вот эту вот штуку как раз у меня хватает. Ну-ка возьмем. И зомби атакуют каждые 30 минут. Оу, мне кажется, я здесь не выдержу, наверное. Мне надо срочно здесь отстроиться, если они нападают каждые 30 минут, друзья. Блин, защитный предмет. Я вот... А, это скорее всего вот здесь вот надо, да? Будет строить. Они отсюда будут идти. Я понял. Все. Ну-ка, забираем сейчас еще. Вот так вот. Опа. Все. Есть. Я построил платформу. А, теперь я могу, смотрите, я могу, короче, вот так вот. Изи сделать мод. Или я изи сделал, не знаю. 5000, это что это такое? Блин, у меня, кажется, не хватит деньжат. Ну-ка, вот эту вот штуку возьмем. Вот это, а это заборчик просто, черт. Ну, может быть, вот это возьмем? Или все-таки надо... О, crazy мод есть. Нет, easy мод, скорость нормальная, и вот можно стартовать. А, вау! Смотрите, у нас новая игра началась, да? Можно вот так вот построить здесь. О, во, отлично. Построили первый подсолнух. Дальше что? Дальше? Наверное, еще один надо построить, давай. Построили 2 подсолнуха, они генерируют нам свет. А почему я его собрать не могу? Он не собирается. Что такое? Почему не собирается? Почему? И здесь тоже не могу собрать. А как собрать-то? Как собрать? Что? Почему не? Я не могу собрать солнечную энергию, друзья. А может мне самому надо туда подойти или как? Где я вообще? Я не понимаю, у меня солнечной энергии не собирается, друзья. Вот вроде я оставлю вот так вот солнышко. Ну собирайся. Он нам должен приносить солнечную энергию, но он мне не приносит. Но он приносит, вернее. Но я не могу ее собрать. Вот, например, еще вот так вот поставил. Оп. Вот, видите, падает солнышко. Я его должен каким-то образом собрать. Но я его не могу собрать. Оно не собирается. Оно не собирается. Может вот так вот что-то нажать? Нет, я не могу. Я должен на него кликнуть. Может у меня что-то не работает. Может это не включено. Я не знаю. В общем, она у меня не работает почему-то. Странно. Очень странно. Хотя должно работать. Может быть тогда мы дальше будем здесь развиваться. Ну-ка, сколько у меня коинов? 10 тысяч. Как раз хватает на вот этот апгрейд. И тогда все получится. Воу, это вот этот апгрейд стоил столько. Обалдеть. Дальше, смотрите, вирус мод какой-то 5000. О, это кажется, мы сейчас с вами здесь построим что-то интересное. Как раз я накопил 26 тысяч. Надеюсь, этого мне надолго хватит. Давайте здесь берем. Что это такое? О, это как раз-таки тот самый вирус-мод. Смотрите, это и есть вирус-мод, насколько я понимаю. Но интересно, здесь у меня будет работать или нет? Смотрите, вирус падает. Собрал вирус какой-то. А вообще, я его должен был собирать или нет? Ну-ка, собираю. Смотрите, падает. Он исчезает. Видимо,
Я не знаю, но он не нажимается у меня все равно. Хотя некоторые исчезают. Так, ладно, создаем. Создаем, может быть, мне надо все-таки одного защитника поставить вот сюда, да, чтобы он стрелял. А, он что-то ломает забор какой-то все-таки. Все-таки что-то происходит, ладно. Надеюсь, это все правильно. Так, смотрите, пошел зомби. Первый у нас зомби пошел. Ладно, собираем так энергию. Собираем. Вообще, я справляюсь, нет, с этой задачей. Вот так вот картошку поставлю. Пускай он бьет его на всякий случай. И на всякий случай, так давай еще одного плевальщика мы поставим и будем продолжать собирать энергию. Так, собираем. Ну, кажется, ему пофиг вообще. Кажется, реально ему пофиг. Так, а может мне сюда надо поставить? Давай, стреляй туда. О, во, все. А мне надо собирать вот эти вируски? Нет, я не могу никак собрать эти вируски. Что за мутант? Я ставлю кабачок. Кабачок, помогай, кабачок. Ой-ой-ой-ой, надо еще один ставить, на. Вот так вот, и отстреливайся. Давай. Жесть, мне кажется, я с этой задачей не особо справляюсь. Ой-ой-ой-ой-ой, печально, все печально. И как мне быть тогда? Смотрите, здесь у нас еще один идет. Мне надо взрывать, наверное. Срочно. Так, давай ставлю взрывчатку здесь. Давай, взрывай. Взрывай. Баклажан. Нет, ты не можешь взорвать. О, блин, а мне реально надо взрывать их, получается. Потому что без взрывчатки им вообще все равно. Все равно. Нет, здесь это доходит. Ну-ка. О, и это что это такое? Это гигантская армия пошла. На, давай будем замораживать тебя еще. Черт! Нет, друзья, с этим мне не справиться. Это какой-то слишком сложный режим. Я пока даже не понимаю, как его побеждать, как проходить этот режим. Так, сейчас у меня газонокосилка одна съездит. И так, опа, минусанули здесь, ребят. И давай ставлю здесь кабачок. Стреляем, будем дальше продолжать здесь. Оп, собираем, цветочки собираем. Все, отстреливайтесь. Вот опять этот большой парень пошел. Ну-ка, давай, стреляй. Стреляй! Блин, как мне против него сражаться? Я даже понятия не имею. Только если его два раза взорвать, наверное. Если получится и то. Ладно, будем его пытаться заморозить. А потом мы его попробуем взорвать. Надо его попробовать взорвать. Так. Давай. Взрывайся. Черт. Смотрите, как у нас здесь не круто-то дела обстоят. Ой. Так. Может, на тебе картошечку поставим на всякий случай. Пока у нас все это откатывается. Кажется, да. Кажется, пора бы нам... Кабачок взять. А, у меня все откатывается. Долго очень. На. Ставлю. А, что, пушку надо поставить. Все. И вот есть, откатился. Отлично. Нет. Там один доехал. На, взрывайся. Взрывай. Есть. Так. Этого взорвал. Но здесь, кажется, у нас тоже будет сейчас конец. А, вот здесь зомби один нас прошел. Блин, это вообще нереально. Какая-то сложная игра. Я просто не успеваю. Так, давай, дави. Вот у них тоже есть какой-то вот вирус. Непонятно, что с ним надо делать. Вообще непонятно, сразу говорю. Ну-ка, может, мне надо вот эту солнечную энергию получше впихнуть, чтобы она побольше собиралась. Все-таки она в два раза быстрее должна собирать. Я что, победил? Я победил! Ура! Я три мишени сбил! И это, конечно, круто, но когда я сюда уже на свою базу вернулся, здесь у меня наступила ночь. Смотрите, кромешная тьма. А я не могу, да, больше ничего построить? Или могу? Здесь же есть у меня постройки. Вот. Давай, 5000 есть. Покупаем заборчики, базу, все отстраиваем. Я же... Не зря копил. Есть дом, смотрите, построил. Вот еще какая-то штука у нас есть. 4000. И с этой стороны тоже. А, у меня уже не хватает. Вау! Обалдеть, это еще не все. Смотрите, здесь у нас еще конвейер есть. Круто! Вот то, что нужно. Конвейер, то, что надо. Так, давай берем, ставим здесь, с этой стороны.
И еще. Блин, а что так темно? Включите свет. Вон, прям как и заказывал. И собираем теперь коины. Но мне теперь не хватает. О, смотрите, здесь апгрейды тоже, но не такие же дорогие. Очень дорогие. Надеюсь, ну ладно, 2000 стоят апгрейдеры. Ну не апгрейдеры, а вот эти новые дропперы цветочные. Здесь 2700. Жесть, но они сразу по 2, смотрите, скидывают сразу по 2. И это очень хорошо. Теперь мы быстрее будем коины копить. И еще тоже вот здесь вот хочу достроить. Это у нас тоже дополнительный какой-то мод. А, это мод с бассейном, точно, точно. Но я думаю, нам бассейн здесь вообще ни к чему пока что. Нам бы вот эти вот дропперы достроить, главное. И все будет у нас хорошо. Давай еще здесь построим. Сколько следующий? 4000 тоже стоит. Плюс апгрейдер 24000 надо. Вау! Копится, конечно, здесь коины. Все равно долго, хоть я и достроил здесь апгрейдер. Достроил вот эти вот цветочки двойные. Ну, давайте посмотрим, что еще можем здесь проапгрейдить. Ого! Вот это я дерево здесь вырастил. Аж все цветочки обалдели. И больше ничего не собирает. Смотрите, реально? Все, я сломал свою ферму. И она мне больше ничего не приносит. Может, еще одно надо вырастить, чтобы все заработало? Нет! Не, а все равно. А, во-во-во, поехали, поехали, наконец-таки. Два дерева вырастил, и все здесь отвалилось сразу же. Ладно, смотрим, что еще можем построить интересное. Вот еще одно дерево, и вау, что это такое? Это мне надо разблокировать или сыграть. Что-то 5 защитные штуки какие-то разблокировать надо. Не особо я понял, что это такое. Может, я могу? Не-не-не, не могу. Не могу, не знаю. Но я... Ну, это какая-то интересная вещь. Ладно, давайте забираем здесь коины и пойдем вон туда все-таки. Вот здесь вот тоже достроим, чтобы у нас было все готовенько. Ну-ка, здесь дорожка есть. С этой стороны тоже. Ну, в принципе, вроде не так уж и дорого. Заборчик есть. Здесь 1500 сюда. 10000... Сам бассейн стоит. Ага, 10 тысяч. У меня всего лишь 4 тысячи. Еще с этой стороны появились какие-то постройки такие. Оп, что это я построил? Не знаю. И с этой стороны. О, а, я понял. Это я просто здесь украшаю свои постройки. Ладно. Сколько вот? 4 тысячи. А надо 10, блин, на бассейн. Чтобы доделать бассейн, 10 тысяч. Интересно, что-нибудь еще появится, или все-таки это будет завершающий этап? Давайте мы это выясним. А выяснять, конечно же, будем тем, что мы просто построим здесь бассейн. Есть! Мы его достроили, друзья. И больше вроде бы у нас ничего здесь не появляется. Конечно, написано, что через 5 минут на меня нападут зомби. Но я не знаю. В принципе, у меня здесь, смотрите, все хорошо отстроено. Только вот эта вот штука осталась. Но для этого, видимо, надо еще много-много раз сыграть, чтобы это достроить. Но, в принципе, вот такую вот ферму я достроил. Надеюсь, тебе понравилось видео, было интересно. И вот как я этими граблями пытаюсь ударить в воздух, ты то так вот удар по кнопочке подписаться и поставить лайк. Ну что ж, не болей, не скучай. Пока-пока.